В правительстве и Министерстве финансов уже идет активная работа над проектом бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. В первую очередь работают с муниципалитетами. Так, губернатор Алексей Русских провел ряд встреч с главами районов. С главой города Новоульяновска Геннадием Деникаевым и с главой администрации Светланой Косариновой обсудили планы по развитию на следующий год. Это благоустройство, формирование комфортной городской среды и ремонт автомобильных дорог. Я должен сказать огромное спасибо правительству Ульяновской области, губернатору Юрьевичу за то, что совместным, так сказать, общими усилиями мы сделали большую работу во всем нашем муниципалитете. Мы благоустроили территории, мы построили парк, по большому сказать, заново. Мы сегодня строим дороги. И у нас большие перспективы. Глава региона заслушал отчет о реализации бюджета 2022. Алексей Русских порекомендовал Новоульяновску принимать активное участие во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. И обещал содействие по предоставлению специалистов для подготовки заявок на федеральный конкурс по формированию комфортной городской среды. Анна Тищенко, Улправда ТВ.